Сейчас я вам расскажу, какая экипировка нужна, чтобы подняться на Тейде. Я надел трекинговую обувь. Это старенькие немецкие Мендалы. Они уже пошарпаны, чтобы не жалко было их царапать и камни. Потом у меня тоже старенькие штаны из Декатлона, но штаны шорты, потому что иногда становится жарко, и я их переделываю на шорты. Но так лучше идите в штанах. Очень важно взять с собой хорошую ветровку, чтобы она вот закрывала подбородок и был капюшон. Это у меня ветровка Уникла. Под ветровкой у меня надета флиска, обычная флиска из Декатлона. А еще, чтобы не сгореть, у меня специальная футболка с длинными рукавами. И я намазался кремом 50+. Не забудьте взять с собой кепку, чтобы не сгореть, или такую дебильную шапочку, как у меня, с полями. В рюкзаке у меня камера, шапка, 1,5 литра воды, яблоко для второго завтрака. И в контейнере Лена приготовила еду. Еще мы иногда для перекуса берем виноград, финики или инжир. А это Ленина экипировка. Она одета почти по-зимнему, в пуховичок. Перчаточки. Ну что еще делать рядом с рефугио? Только отдыхать.